Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии «За Германию в Sigmar Civilization 6» с NQ-модом. Если вы не видели первую серию, то рекомендую начать просмотр именно с нее. Все-таки лучше смотреть сериал с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Ты не уверен, что есть смысл каких-то черных списков, просто... Не брать его, сейчас я набиваю. Тут бан звучит как-то слишком жестко. Не, я не именно то, что его банить, просто играют там. Слушайте, это классный вообще пантеон. Человек. Кстати, уголь 8 производства дает, просто на ровном месте. 8. Знаем 90 производства по городам, 60. Я не пойму, вы что, все карточки поставили это? На губеров? Леш. Что? Забери человека великого. О, спасибо. Блин, нафига мне этот человек? Блин, нафига он немцу? Позволяет на один район больше строить, чем население дает. О, и сразу выкупил араб, сразу выкупил этого великого человека. А какой там был следующий? Там был на чудеса, я не помню кто, да. Типа 8 от промышленной зоны, неплохо. Ну, у немца столько же, что ты удивляешь. Не, на немец-то понятно, ему без Ганс не выжить. Не, у меня просто тут места такие, что... У меня, можешь посмотреть, у меня почти нет центров коммерции, потому что мне их негде абсолютно ставить. Но как бы есть куда их ставить. Не, я ж не против. А где строительство? Интересно, обратилось. Стен. Не, просто у меня рек вообще тут вообще нет рек. Просто от слова вообще. Блин. А, черт. Стоп, не понял. А, ну да, не открыто же. Я думаю, я сейчас апну в мушкетеров, и мне дадут за первого юнита. Да, ну я выхожу в золотой верх. Угу. Все окей. Я тебе дал, Женеву. Давай. Я бы тоже хотел Женеву. Честно говоря, не очень. Ну, то есть у него единственное, это он апнет это все в мушкетеров. Ну, блин, тут такая территория. О, еще. О, вот тут вот плохо. Я думал, тут офигительный у меня кампус будет. Смешно, если следующее действие будет нападение на Лешу. Так оно будет, он просто стоит вокруг моих границ армии. Так там же какие-то проходы такие, ну... Ну да, да, я не очень типа понимаю. Типа где-то возле Регенсбурга, да? Да. Там где твой военный лагерь? А, ну там без шансов вообще. Там проход в хлеб, грубо говоря. Это у меня скорее есть какие-то шансы, например, если я на него решу шансов для нападения, да. Чуть бы города Борис, это в веке плохом, да? А, ну да, ты ж в темном веке, а вокруг тебя героические все. Я тебя Незланд. Запомнил. Я тебя Незланд. Запомнил, да. Ну да, что да. Ты начинаешь? Ну, чтобы брать эти. Ага. Я помню, как ты это. В той партии, когда Соло в клуб захотел. Не хотел со мной договариваться. А я не помню. О смежной реке. Я не помню. А-а-а! Ага. В смысле, я не хотел с тобой договариваться. Наоборот, мы с тобой договорились. Нет, это за партию до того. Когда тебе Соло обдался, это окей. А за партию до того, когда вы все-таки бы скрапнуть решили? А там-то... Я уже не помню. Не, начинание должна была очень сильно, понимаешь? Есть, все. Опа, университеты можно за веру покупать, нифига себе не знал. Твои, свои, да.
даже фишка такая. А, подожди, нет, стоп. Это он вера скорее... какая-то. Он, скорее всего, изуитку взял. Ну да, у него же изуитка. Индос, нет, индос, у него не изуитка. Скорее всего. Да нет, я покупаю за веру. У него нету изуитки, я не знаю, почему он может это делать. Возможно, у Индии что-то, о чем я не знаю. Может быть, он... Калента, может, ты не универ, а ват можешь за веру покупать? Не-не-не, универ. Тогда странно. Очень 250 странно. Веры. Очень так индус же это получает, может, бонус, то, что он за каждого этого. Это индийская способность. Бонус, да. Что верование, если есть хотя бы один последователь чужой религии, то это верование работает. Прикольно. Удобно. Так, ну слушайте, давайте, наверное, тут тоже Магнуса уже. Так, Влад, не покушайся на ГГшку. На какую? Может, в Ульм пересадить? На Роза. На что? Тут тоже дофига всего можно. На культурную, культурную. Почему-то не покушаться. Мне она очень нравится. Мне она тоже нравится. Ну так вот, видишь. Ну покушайся на другие. Слушай, когда этот век закончится? Что-что? Что закончится? Век. Он еще два хода пишет. Но он спрашивал, когда же наконец это закончится. Типа жалоба была, не вопрос. Так, Рурка, по-моему, рядом. Ай, блин, я, по-моему, в Ахине не могу ее построить. Просто что? Она должна быть рядом с рекой и рядом. Это угроза? Промышленной зоны и рядом с рекой. Вот промышленная зона. Виктор, смотри, какую тебе классную сделку только что предложил. В Берлине. Лучший. О, в Берлине я смогу. Я знаю. Мне бы на самом деле еще 100 голды, которые тебе давал, вернуть было бы тоже неплохо. Сделай. Отлично. Я бы тоже не против получить обратно. Ладно, давайте пересадим все-таки Магнуса. В Ульм и, соответственно, Лян в Кёльн. Так, здесь надо в Занзибар будет поотправлять. Так, 5 ходов ждем. Я вырублю тут всех этих овец. Мне еще где-нибудь поставить пару городов, все бы шикарно. Или захватить. Тебя кстати, ну ты мне... город еще пришел. Как сказать, мир? Вот так, вот да, Влад, вот так. А че? Я просто спросил. Ну да, да, да. У меня военной мощи мало. Как бы она каждый ход растет. Опять Канди захвачен. Так это баг какой-то. Ну давно такая, просто игра так как-то неправильно воспринимается. Забагована. Это ж Сива, ты ж знаешь. Угу. У меня где-то... Араб, ты в союзы как не хочешь? Кстати, Рим, а ты в союзы вышел? Два хода. Ой. Давай. Да-да. У меня тут уже коммунизм недалеко, а ты только в союзы. Ну я говорю, я в следующий раз плюс пораньше поставлю. Не успел я. Не успел я плюс поставить.
Мне надо врага при помощи рыцаря уничтожить. Давайте мы вот туда сбегаем с варварами, попробуем разобраться. То, что по дану повезли. Так, дальше меняем. Вот это можно убирать. Я хочу только одного посла дает. Содержание юнитов поставим. Не знаю, мне все нравится. Ну, тут первый посол. Так, и тут давайте попробуем вот так сделать. 229. Теперь Зензибар отправили. Универ. Ганзу. Тебе неопытно поставить чудо. Решил обычный. Ну я вот прям наштолкнул бомбарда и только за счет этого вышел. Я потом мог еще рыцарь ёпнуть, но... Ну нет. Ой, блин, я что-то вообще никуда не выхожу. Что-то даже забыл на это посмотреть. Так, подскажите, чем можно быстро выйти? Корабль, ап. Объяви войну Халецкому. Да, вот это, кстати... Да, не, объявление войны... Способность же Германии, когда ей объявляют войну, да, плюс... Ну, не, что ты, ну, зачем обманывать? Плюс 3 очка к эпохе. Нет. Короче, корабль, что-то... Первый уникальный юнит за селитру или железо. Чудо. А, великие люди. 8 производств. Блин, это мой любимый пантеон теперь. С этих стратегических ресурсов плюс 2 производства. Это ж, блин, трындец вообще. А ты вару не строил еще? Слона не строил? Один ход до конца, правильно? Да, ну ты можешь купить его, пожалуйста, через заберу. Ну ты еще не делал слона или делал? Секретная информация. Не рассказывает специально, чтоб не знать. Ну тогда купи слона, у тебя там сразу... Сколько, ну ты купи время? Слона. Да, ты купи слона. Блин, Рим, чё ты тут своим разведчиком? Ты мешаешься. Ну, сейчас я направо уйду. Или там чё, там уже всё. Хочешь на мир посмотреть напоследок? Перед чем? Блин, мне надо и катапульт ещё понаделать побольше. Я не оптимист. Я гетеросексуалист, да? Нет. Нет? Интересные подробности. Если это радио, Леша, на видосах еще я не слышал. Хамуха. Ну что, про денежное обращение? Ну да. Да, в такой героический век я еще не выходил. Ты даже в героическом веке, да? Типа там все круто должно быть. Угу. Так, давайте-ка катапульт парочку все-таки сделаем. Мне кажется, это ирония была, нет? Не парочку, точнее. Может быть. Штук 9 сделал. Так, давайте рабочего. Как тут не посмеяться, скажи. Или даже ну, нет, все, Алексей, я готов. К чему? К научному союзу. В итоге у него все равно больше. Науки. Предложил. А, экономически. Нет. Все понятно. Араб. Ась. Кинул. Давай. Не знаю, что делать. Реально будет вот этими мушкетами нападать.
Я реально не понимаю, нафига ему это надо. Лёша, у тебя столько науки с карточкой из рационализма? Да. А, тогда ладно. У меня аж культуры больше, я вышел уже туда. В эту карточку. Вот этого первого посла. Слушайте, а чё мне тут юниты держать, может тапнуть? Уже насколько они... Влад, я, конечно, понимаю, что ты хочешь на меня прибежать корпусами кавалерии, но не я тут твой враг, и как бы это не будет быстро. Я вообще не собираюсь нападать. Да ладно! А нафига это открывать? Давайте национализм открывать. Ну да, не собираюсь. Каждый год, каждый ход растет военная мощь. Уже 673, ну кому? Расскажи это кому-нибудь. Я ж только что апнул в прошлом ходу просто две бомбарды для ускорения. Да-да-да. Две бомбарды. Ну да, я тоже сейчас стрельцов генералов апну, чтобы тоже... повышение получить. Не, ну две бомбарды реально что нужно апать, ты шаришь. Я не... Ну что, побыстрее в военную сказать. Науку выйти? Ну, чтобы быстрее в танки выйти, да. Я явно тут самый безобидный вообще человек. Я не первый по науке, не первый по культуре, ни почему не первый. И денег вот он у меня опять, мало. Вот он опять врет. Самый безобидный здесь я. Это вообще самый безобидный по Денер век. У него там все очень плохо, насколько я понимаю. А, ну то есть Рима лучше там дела, да? Ну Рим уже вроде как-то у него хоть территория, насколько я понимаю, какая-то более-менее терпимая. Или я ошибаюсь? Тем более я Риму оливку целую дал. Ого. Он там, знаешь, это прям густ, это прям да, да. На оливке там это на языке катает ее туда-сюда. Алексей, конечно, добрый человек, да, ребят? Нет! Нет! За что? За что было? Да тут война. Индус на меня нападает. Так, Колен-то, ну ты чё, меня грабить будешь, да, тоже? А у тебя же союз, там, наверное, автоматом. Ну, давай, давай так, если ты собираешься мне... А, всё-таки собираешься, да? Ну ладно, окей. А, ну у него там этот... А что, всё-таки Ганди пошёл на немца? Да. Да, да, да. А, это немец, что ли, говорил? Нет, это Рим говорил. Не, я тебе не объявлял ничего, это автоматом, наверное, со союза, наверное. Не, ну автоматом, ну ты тогда разведу убери, чтобы я не это, как это сказать. Я не буду ничего делать. Не сомневался в его... Я там еще не смотрел просто. Как ты хочешь воевать, Колен-то? Весь открытый проход. Да я не буду там, я ж там не пройду, ну просто... Да чуть он идет, этими артой, не артой, как ее, бомбардами, мушкетерами. Нормально, на самом деле, идет. Да. Вон уже обстреливает. 24 этих снял. Держи в курсе. Так прям шпиона хочется туда отправить. Я не знаю, почему Invictus тебе бы не ударить с той стороны и получить каких-нибудь городов себе. Что, Invictus? У меня... Ты, чувак, там кишка такая, мне там ничего не влезет. Думаешь, мне это все моя армия? Так что-то? А зачем ты идешь тогда? Просто чтобы веселее было. Да я не скучал. Чисто порвать. Сейчас вот веселее, может тебя с другой стороны города заберут. Я понял, Виктор, о чем ты говоришь. Я хочу забрать Занзибар, как ты считаешь? Ну, у меня там 6 послов. Ну, вообще ставить города негде. Там
ты ж, а тебя в Москве есть или в Лиссабоне послы? Ну, блин, я вообще не знаю, даже не знаю, где ты. Ну вот, а как мы с тобой без денег будем жить? Просто у меня там нету людей. Нет, у меня дружочек, я пирожочек. Очень грустить буду без денег, прям очень сильно. Я тоже думал его забрать, как бы, ну, у меня была такая мысль, но просто как мы будем с тобой без денег вообще? Как мы будем мапаться? Я еще вижу, мы с тобой чудо одно строим. Уап-уап-уап-уап-уап. У меня есть армия, с поляком больше не воюем. У тебя есть наука. Надо, чтобы ее было меньше. Всем было, будет приятно. Аргумент. А как война со мной уменьшит науку мне? Я не очень понял. Может, тебе стоило Женеву забрать? Как тебе такой вариант? Кто сказал, что я не заберу? А что ты говоришь, Инвиктус? Ну, ты с армией сюда на меня нападаешь. Да не, она не тебе говорит. Женеву не надо забирать, стой по-моему. Не трогай Женеву. Не, ну серьезно, объясните мне, как война уменьшает количество науки? Но он думает, что ну, он вот погранит смотри. Все кампусы. Ты делаешь кампус, а вместо этого тебе надо будет делать юнит. Где я делаю кампус? У меня в этом городе никакого кампуса нету. Нет, ну... Ну может же быть. Влад, ты а во всех остальных городах уже кампуса стоят? Что тебе оставить? Это чудо, Влад, оставь. А я не успею его быстрее. Ты ко мне с танками приедешь, я просто бью, пока их нет, и все. Здорово. Оп, минус юнит. Можешь отвезти скаута Рим? Рим не отводи. Норвежец, дай проход. Спасибо. Это отчего у тебя бафается на культуру или что это? У меня? У норвежца, да. Да. Блин, а я его не вижу. Что за подстава? Тавка, я не собираюсь с тобой воевать, если что. Тебе все еще об этом говорю. Я не заключил союз, потому что, возможно, когда-то мне придется это делать из-за игровых условий. Нет, ну ты же понимаешь, что я не отстаю по науке, что ты споткнешься. Что у меня большое производство, что один фиг ты споткнешься. Это не будет выгодная война, когда ты быстро забираешь города и при этом... Я тебе еще раз говорю, я не собираюсь на тебя сейчас нападать или в ближайшем будущем. Я буду на тебя нападать, если у меня будет ситуация, в которой я вижу преимущество, и мне нужно на тебя напасть. Я уже не строю, кстати, юниты. У меня уже 15 колясок, этого хватает. Так, давайте-ка мы в Ульме после катапульты проведем смотр на военном плацу. Ну, тут, конечно, он быстро это профаст-кликал. У меня рыцари с четырьмя прокачками уже. Бейте его! То есть это типа, ну просто... То есть то, что у меня что-то росла военная мощь, просто я не видел смысла что-то строить определенное, и просто строил как бы коляски, чтобы... Они все равно понадобятся рано или поздно. Почему их не построить в момент, когда тебе нечего строить? Клетки. Но у меня не было какого-то, знаешь, суперплана, типа, сейчас я вот их построю и пойду. Теперь города по 55. Индус, не иди на Женеву, оставь в покое. Да не буду, наверное. Не трогайте Женеву, чего она вам помешает. Да мне кажется, Индус ее и особо не заберет. Да, там 59 военной мощи. Долго придется забирать. Да? Ну, если меня немец просто в бок разберет. Не понимаю, как ты пошел на немца, не имея... Без шариков. Инвиктус появился, есть, этот жемчуг, алмаз у меня, смысле, алмаз. Алмазы. Все, иду к тебе, родной, иду.
смысле идешь ко мне? Что это? Предложение кидай. Ну, как конечно. Хочешь, так и понимай. Ну, я пришел к тебе уже, видишь, с предложением. С приветом? Сказать, что солнце встало? Будь здорова. А, я забыл походить. Сори, ребят. Ни за что. Я сторонник мирной религии, поэтому пытаюсь остановить людей до танков. План хороший. Я полководца получил наконец-таки. Жаль, мало мало шансов реализовать только. Блин, какой шанс у Алексея что-то своровать. Что? Да я думал, у тебя техи поворовать, а у тебя там так все хорошо. Низкий шанс очень что-то грабить, воровать. Не понял. Как тебе снижает? Тебе что-то не, ну снижает просто... шанс уворовать у меня? Нет, ну просто сам по себе на 63. Хотя, может, там Виктор, кстати, сидит. Хотя Виктор или у тебя с прокачкой на шпионов. Ладно, пока будем деньги воровать. Ну ты понял, Лёш, что надо делать. Да Лёша мне ничего не может с этой игры сделать, разве что поляка убить. И потом ко мне прийти. В смысле, что, думаешь, я не могу твоего шпиона поймать? Нет, поймать шпиона? Это нельзя. Вызов? Ну давай попробуем. Причем без уважения. Давай это, чтобы мне не так просто было. В какой город ты его посадил? Чтобы не так просто было? Да. В Женеву. Хотя давай так. Ребята, а карточка на гусаров это получается как бы кавалерия. Нет, это рыцарство. Ну это короче там, где реформированная церковь. О, нет, это там, где. Да. Рыцарство, да? Да. Алексей, я тебе так дал много подсказок. Это город, где можно воровать и техи, и деньги. То есть во всех моих городах. Ну прости. Ты тут сам, Лёш, виноват, что строишь везде кампуса и коммерческие. Да. Это твоя ошибка. Да я уже понял. Надо играть как Рим. Кавка, смотри, сейчас у меня, короче, еще вырастет военная мощь. Страшно? Ну, не знаю, я сейчас последим, насколько. Где-то на 10 пойдет, не знаю, сколько коляска дают. Может, 196, ну, посмотрим. Да, он сможет стрелять. А ты все не останавливаешься, да, их строить? Да нет, ну, у меня вот город, в нем нечего строить, понимаешь? Чудеса! Чем тебе плохие чудеса? Нечего строить в этом городе, понимаешь? Нечего просто. Тадж-Махал могу дальше, вот здесь на 12 ходов строить. А проекты? Для чего придумали проекты? Ну, так и слава. Нужно себе ученых, я и так забрал. А в этом городе особо нечего больше читать. Пересчитать тебя или немца по инженеру я не могу. Он за инженер. Пересчитать тебя. Чудеса. По писателям. Блин, для рунки было бы, конечно, круто его взять. Ну я не знаю, но немца и я не могу тут, понимаешь, по инженерам пересчитать. Потому что там 15 очков, как бы, и я так с 8 со своими так сторонами. У меня еще оракул, по-моему, нет? Оракул же у меня. Оракул же у меня вроде. Да.
возле Колизея стоит. Блин, кто построил? А Жожа вот раньше достроил. Прикольно. А я сейчас, знаешь, ничего. Специально ничего не делал. Думаю, сейчас ты достроишь. Коляску, походу, строй, да что ж такое? Как я тебя в страхе держу, да, Кафка? Хотя на самом деле, ну тут типа я тебе ничего не могу сделать без танка. Вы обычно банки ставите или так? Банки, в каком смысле? Ну когда болели, ставили банки в детстве. А, банки, блин. Тьфу ты. А ты реально вначале не понял, думал, ты юморишь. Не, он просто как-то странно спросил, вы обычные банки ставили? Обычные банки, а какие еще есть банки? Я, поэтому у меня пошла мысль про банк, ну, в смысле, про емкости. Есть короче, же не... Я везде построил, короче, тут, Саша, где мог. Этот копейщик против Рима. Ну никак не проиграет. Окей, окей. Сдаешься? Просто долбил из Германии. Это смешно. Куда мне там еще можно засунуть в горы? Посмотри, ну, не знаю, Калента 61 на 41. Что? Да, в тундру, походу. Там за Зенибаром. Блин, я не хочу еще что-то мешать. Давай я разберу. Копейщик против Рима. Мы без денег будем. А подожди, ты можешь город поставить перед Зенибаром? Вот что-то я смотрю, что это один на 41. А что говоришь, он... Думаешь, это серьезно, что ли? На мощь? Не знаю. Нет, там где три слона стоит рядом и кампус у тебя. Сейчас бы еще против легиона копейщиками. Над Гданском. Ну, если на там есть холме, клетка зеленая, если на холме и через реку, то вполне. Ну да, можно, в принципе. Да. Ну, там даже неплохой город получится, кампус нормальный воткнешь. Эх, и... если бы поставил там город, было бы легче намного. Ну не поставил где бы там... ты там город. Ну ты понимаешь, я бы его забирал. Ура. Ой, там еще запуска, там Лиссабон. Ой, а что это у тебя в Карфу? А, это ты грабил. Какие-то все клетки в Карфагене разграблены. Абузит, абузит. Папа. Блин, я не могу ничего открыть другого. А, во. Да, он там внутри между немцами и поляками, насколько я понял. Возле Женевы где-то. Я его тоже не нашел, честно говоря. Калента предложение. Папа, кинулся. Я ж Индия, всегда за мир. Ну, разве что танками приедут потом. Не, танками тут явно приедут. 100%. А что ты не хочешь просто... Когда-нибудь. Ну, что ты не хотел просто чисто сам идти в науку и все? И в танками бы не... Мне нормально, 140. Ну вот. То есть что ты боишься танков? Когда... Просто если там разница 40 науки, это, ну, мало вероятно, что танки сильно... Я раньше проседал раньше по науке. Я понял. Так, ну все. Можно теперь научные проекты делать, я думаю. Тендер выпросители. Ух ты, убил, ничего себе. Да этот фастклик это... Хрень полная. Я вообще удивлен, я убил его.
я пододвинул, чтобы сюда его было куда убрать, но... Хорошие караванчики, конечно, с Инвиктусом у нас. Так, открываем теперь всадника. Хотя районов у тебя маловато, папа. 22 золота получаю. Я стараюсь. Дальше. Сейчас еще достроится. Нарезные стволы. Сталеварение. Ты главное в Гданске там больше строй. Строй. Такой именно хороший у тебя город. Так, у меня там... Так, а какое возрождение промышленной эры? Не ну да, все правильно. Давайте начнем еще одно обучение. Возле меня коммерческий район. В военном лагере. Ну, селитры, конечно, у тебя. Сел. В плане, что шпион? В Германии. У тебя? Нет. Что? Германия заслал. А, читает дипломатическую видимость. Ну, что ты хотел? Кстати, без шпионов надо бы ему повысить к нему. А ты можешь с города обстреливать моих юнитов? Сейчас, Германия. Да, я ж обстрелял. А если бы не на холме был, то не смог бы? Да, по идее не смог бы, я думаю. Хотя если, у тебя не на холме. Если у него в городе есть стенки, он может даже через холмы стрелять. А, то так сделано. С каким-то патчем после Rise and Fall. Так, а что фабрика добивает, а что добивает? По счету? Ты меня спрашиваешь? Угу. Зачем? В смысле по счету? А что ты можешь мне тут быстро сделать? Ну... Да не, ходи. Я же в защите стою. Когда Индия берет крестовый поход. Тебе еще нужно, чтобы кто-то обратил хорошенько города. Там, кстати, а кто, кстати, взял крестовый? Я. Араби? Нет. Норвежец, норвежец. Ну все правильно, у него получается плюс 3 против араба будет. Нормально. Бонус. Нет, я его брал, хотел Рим захватывать. Чё, сейчас не идешь? Я бы посмотрел на эту битву. Австралия сделка. Да, все правильно. Что, больно бьют? Меня? Нет. Правильно я не сделал. Ну, теперь. Юнитов-то вообще терять не надо было. Что то, что ты отошел немного.
Так, немножко можно рыцари, кстати, поднастроить, потому что я их потерял. Сколько у меня корпусов? Мне надо 5, чтобы было корпусов, не больше. Ага, 4 корпуса. Какие-то мушкетеры у меня прямо герои. Может, они прокачанные сильно? Ну вот видите, плюс 4. А у тебя олигархия до сих пор? Ага. Прикольно. А что ты антическую республику не переходишь? Плюс 4 хочу. Так, у тебя он в любом случае... А, подожди, ты домик построил, чтобы карточка была плюс 4? Нет, у него карточка есть, и плюс еще от самой олигархии он имеет плюс 4. Да. Ну, блин, оно, мне кажется, того не стоит уже такой момент. Там просто эти плюс 4, я раньше вообще не знал, что такая карточка есть. В реформированной церкви есть плюс 4 для цивилизации с другой религией. Если Лёша вдруг под влиянием какой-то религии находится, вот эти плюс 4 как бы возвращаешь. А Лёша, насколько я вижу, ну, есть города. Я не знаю, насколько их много, но Улва я вижу города, которые под религией. Улва, да, помню, такая была тема. А к тому, что карточка тебе может решить эту проблему, и ты спокойно можешь в Антическую Республику прийти. Не, ну я могу взять плюс 5 с Темного Века, потому что я в Темный пал. Ты не сможешь лечиться на его территории. Угу. Это большой минус, как по мне. Плюс лучше. Плюс 5 замен на лечение? Не фиг знает. Если представьте, вы... например, если юнит с 20 атаками и 25 атаками, то же самое, что 66. Блин, по идее, если вы стоите, а ты не пробиваешь, то, наверное, выгоднее все-таки... Наверное, выгоднее все-таки, короче, по-другому делать. Не, почему продвигает, смотрю, как воюется, езжишь. Изучаешь. Так, а вот теперь можно насчет... А, нет. Слушайте, а почему? Вот у меня иногда бывает юниты полностью вылечиваются. Вот почему у меня сейчас мушкетер полностью вылечился, хотя он был красный и даже не на своей территории находился. Я без понятия, что это за фигня. Ты забыл 4. Я это, кстати, не первый раз вижу подобное. Может, когда они очень долго стоят на месте, тогда такое происходит? Да, вряд ли. Вот у меня сейчас полностью был красный мушкетер. Красный он был. И он вылечился. Чудо. Араб, я тебе говорил не обращать в мои города, нет? Ты насчет? Поехали, нет? Да, давай нападай. Раз, два, три. Да можно без счета. Мне еще юниты не двигаются почему-то. Четыре? Я ничего не делаю вообще. Я же вообще ничего не делаю. Леша, мы тебя спалили. От кого? От тебя мы, Алексей, не ожидали такого. Так, а где? Чего ты походил? Саша, когда будет минутка, прими, пожалуйста, сделку, если тебе не жалко. Хочу там мир увидеть. Ты засел в Австралии своей. Какой у нас с тобой договор, Влад? В плане. Лёша, можно открытые границы? Потому что я вообще уже заплутал своим разведом, вообще никак не могу пройти. А это кто спрашивает? Какой с тобой? Это китаец спрашивает. Что ты говоришь еще раз? Да я не знаю, может... Может, мы заключим союз военный, ты объявишь войну Индии? Я ничего плохого не делал. Ну, я не знаю, слушай, тут может резко проснуться Влад, что мне не очень нравится. Так, я не прошу воевать с индусом, я прошу объявить войну ему, чтобы я имел плюс 5 против него. А кто-то там мне поможет? Вот, я просто боюсь, что Влад ему может помочь и реально пойти на меня. Ну, как бы, я тут буду биться, но все. Тут что-то мне австралиец дружбу предлагает.
Опа-на, опа-на. Так, давайте... Что там у тебя за планы завтра? Индус. Никаких планов, просто Лёшей хочу дружить. Лёша хороший человек. Вы там это, заключаете военный союз, да, убивать этого индуса. Чего его мучаете? Ну вот, видишь. Влад не против, так что давай. Да я знаю Влада, он откроет второй фронт, а на два фронта я не раз... Ну, в общем, фронта. Китаец, я тебе могу дать проход только при таком союзе, когда ты войну объявишь. Ну, ты согласен? Смотри, ну китайцы, это, китайец, не надо пилить индуса, потому что... Я не предлагаю пилить его. Вообще... Я его не собираюсь даже пилить, потому что я понимаю, что какой пойдет по-другому. Что тут откроется второй, что мне не... Нет. Поляк, а что ты, кстати, не хочешь попилить индуса? Ну, я пока что не могу. Вот, кстати, к поляку это вопрос, потому что мне... Поляк, чудеса. Чего от него хотите? Это же Виктор, он любит красивое здание. Халявные красивые здания, я подчеркиваю. Смотрите еще раз, этот китаец. Второго фронта не будет, потому что индус с тобой не сможет воевать. То есть, если я буду на тебя нападать, то это будет нападение лоб в лоб при любом раскладе. Я могу помочь, почему? Я с ним не дружу. А, с китайцем? Или против меня? Китайцем. Не, ну я имею в виду, что в любом случае, как бы, там, союз с Лешей ничего не меняет, потому что индус-то на него нападать не будет. Нет, ну просто вы можете засоюзиться, кто-то из вас может засоюзиться с индусом, и эта война обернется и против меня. Так, у тебя будет плюс 5, и у них будет плюс 5. Ну то есть просто бонус исчезнет, и все. Ну конкретно между тобой, например, и мной, если мы будем воевать когда-то. Чувак, я же говорил, это же просто культурный поход, я уже вступаю. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это делал во множестве игр. Культурные эти походы, да, делал? Да, да, да. Не, ну смотри, я же доказываю это, видишь, не нападаю. Ты мне убил моего любимого мушкетера Сеню. Это один из участников знаменитой немецкой мушкетерской тройки Сеня, Феня и Аристарх. И там они, знаешь, вот это вот все. Все. Я думал, и Игнат. Один за всех и все за одного. Ну, Игнат у них этот вместо Д'Артаньяна был. Игнат там тоже был. Но он не тройка мушкетеров, это не три мушкетера. Теперь у меня нету трех мушкетеров, понимаешь? И как я вот своему народу скажу, ребята, Сеня погиб просто так? Влад, все-таки я, наверное, да, заберу. Да, понимаю, да, нельзя, наверное. Ни за что. Ну зачем? Ну это ж деньги, Инвиктус. Зачем он тебе? Скажи, сколько у тебя городов? Блядь, дай право прохода. Ты же сейчас поставишь еще город. Чем тебе Занзибар мешает? Ты хочешь его забирать, как свой город, или снести? Не, ну как свой, конечно. Ну ладно, оставим, ладно. Ты же понимаешь, что это откроет возможность мне из... твоей нации проявить. Ладно, ты мне деньги даешь, пускай у тебя будет. Ты его сюзерен. Сюзерен. Ну тут именно проблема. Мне принесено сюзеренство, просто это единственная ГГшка из финансовых, у которых у меня есть вообще посылы, понимаешь? У меня есть тупо посылы в трех ГГшках, это одна из них трех. Что-то давненько у меня так много денег взять, не было. Ну, еще куда-то закидывать. У Алексея мощные ГГшки были в самом начале. Мощные. Алексей, вон Маскат, да блин, что вы... Это столица Омана. В чем прикол? Я построил довольно рано эти коммерционные центры и не получил ни одного великого торговца. Ну потому что не только ты их строишь рано. Ни одного. Так я тоже. Я вот только первого, может быть, получу, и то как бы там... У Лёши 17, у меня 12, и разница между нами не очень большая. Лёша вообще душит за свою Германию, рассказывал, что она слабая, там беспомощная, сам просто душит. Кого? Нас всех. Всех. А
Хотя, конечно, араба тебя по науке не сильно, это что по культуре, у тебя 106. Нет, да я прошу обратить внимание на 17 этих инженеров. И обратите внимание, что араб не отстает по науке, имея всего 5 городов. Я вообще просто в охренее. Ну, промки-то у него не так много будет, как но у тебя. Он религию распространяет. Да, кстати, араб религию распространяет, имейте в виду. Плюс у него верование. Этот апнутая на. А почему у кавалерии 72 базовые атаки, когда у него 62 только? Может, потому что он корпус? А, понял. Корпуса это хорошо. Это Лёша чуть ли не единственный человек, которого я знаю, который любит через кавалерию что-то делать. Нет, я просто это единственный юнит в это время, который может что-то с мушкетерами делать. То есть именно делать, а не стоять против них. Лёша, это месть, да? Ой. Я у тебя 200, ты у меня 200. По поводу что? Это не ты у меня деньги берешь? Нет. Значит, это тает. А, тут еще Антиохия есть. Блин, случайно поменял местами. Ладно. Виктор, я тебе со временем скажу, когда можно будет забрать, когда я там, знаешь, еще одну гигашку какую-то найду. Давай. Гигачий шотнул. Ну, конечно. Блин, корпуса кавалерии против одиночных мушкетов. Ты думаешь, они стоять будут? Саппорт бонус плюс 4. Ну. Ой, смотри. Еще читает проекты. У меня кавалерия 72, ну, оригинальная. А у тебя мушкетер 55. 72 против 55. Практически 17 силы сверху. И твоя олигархия, ну, чуть-чуть это... расстановку меняет. Так, где я могу рурку организовать? Я хочу в Берлине рурку. Алексей, ты все рассказал. У тебя и генерала тоже нет? Есть, он же стоит в городе. Ой, да что за беспонтовый инженер? Почему не тот предыдущий? Можешь у меня клетки отжать. Что за прикол? Я, короче, не могу строить. Какие? Просто у меня на граничных городах уже построили. Тихо, кто-то не может строить. Я не могу строить ни мушкетов, ни мечей. И дубин тоже не могу строить. Потому что у тебя нету военных лагерей, зато обработаны железо. Да, но тогда должен был быть способен строить дубин. Нет. Нет, железо у тебя, по идее, 2. Если у тебя 2 железа, значит ты можешь строить мечей. Если не можешь мечей строить, нет, двух желез. Значит, ты открыл. Ты открыл мушкетеров уже. Если ты открыл мушкетеров, ты дубины вообще не можешь строить. Я так и думал. Так, смотрим, как там дела по военной мощи. Алексей 1250 и плюс 818. Неплохо. Кафка, а что ты начал строить войска? Зачем ты это делаешь? Да я потихоньку, нет, мне ничего интересного. Инвитус, почему ты не хочешь забрать города индуса, расскажи. Ну не могу, Алексей, ну просто подумай, почему не могу. Потому что они хотят вдвоем нападать на меня. Не, Инвитус. Это же очевидно, это же очевидно. Подожди, твои города, если на тебя я нападаю, все мои. Тут как бы. Я просто сказал, что мне там нет ничего, чтобы ответить против поляка. А, то есть ты даже Пекином не поделишься с поляком? Ну, хотя, может, поделюсь, но тут вопрос просто в лояльности может возникнуть. Может, Пекином бы и поделился. Там вроде такое все среднее по разделу. Капка, военная мощь 390, это не серьезно, капка. Да я знаю, что это не серьезно. Если вдруг Влад пойдет на тебя, мы тебя просто скушаем. Вы ему не поможете, если на него нападу. Сразу могу сказать. Я не хочу помогать ему, хочу помогать тебе, Влад. Не, я в целом так, просто говорю, что если на него нападу, это невозможно будет.
Так разве что, если там где-то есть куча приготовленного полфлота. Можно еще один полфлот. А что ты ждешь делать? Ну, ж танков жду. Тут где-то у меня был... Если ты будешь ждать танков, он уже усилится. Все равно. Так, пойдем. Я веду танки мертвы. Сразу в мобилизацию. Я желаю удачи против танков и арты. Арты просто у меня будет нормально. Будет, скорее всего, ну, а ты уверен, что у тебя будет нефть? Ну, это проблема. Но что, мне рыцарями идти на 70 военной мощи в городах? Да. Ты можешь показать свое мастерство тактическое? Вот это я вот не умею воевать, мне приходится более сильные юниты строить, чтобы нападать на человека. Выигрывать. Бери пример соло. Уехать в клуб? Интересно, короче, стоит кавалерия в кампусе. Не в кампусе, это не кампус. А вот так сделать? В смысле? Ты же сам этот военный лагерь разбивал. Я крашнулся. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!